Всем привет! Мы продолжаем проходить Elden Ring. Надеюсь, что получится сегодня закончить. Нам осталось три босса. Это у нас Король Драконов и Финальник, который делится на два. Итак, портануться нужно вот сюда, чтобы найти этот секретный, кстати, босс Король Драконов. Портануться надо вот сюда, окрестности Великого Моста. Я уже там нахожусь. Ок. Даем. Потом лифт, да, вызвать надо. Давай вызовем. Пока лифт едет, я вместо Тихеи каплю поставлю. А вот. О, прах ложной слезы, она же капля. Ну не знаю, я привык ее капли называть. Все, едем вот сюда. Приехали. Спускаемся вниз. Перед стримом посмотрел, как туда бежать. То есть идем в обратном направлении. Доходим вот сюда. Здесь у нас будет спуск. Очень плохо видно, но тем не менее. Заметить можно. Падаем сюда. Потом сюда. И топим до самого низа. Чуть-чуть не грохнулся, поэтому повнимательнее. Надеюсь, всю дорогу при проигрыше не надо будет заново бежать. Так, вот и мы находимся на этой платформе. И вот сюда надо подойти. Есть такая функция тут лечь. Нажимаем. Надо подождать. Игра провиснет. Я думал, что это определенный жест надо именно где-то искать. Но нет, тут достаточно просто подойти и лечь. Часто, кстати, в Dark Souls встречается... В третьей точно, и в первой, по-моему, была такая функция, то, что ты используешь какой-то определенный жест, и у тебя появляется какой-то секретный босс. Или открывается секретная локация. Давай, лечь. Прям как в саркофаг. Вообще без понятия, как этого босса бить. Я его не видел. Так что сейчас будем вместе учиться, смотреть и разбираться. И умирать не надо. Ага. Воронка начала в обратную сторону вращаться, и типа все возвращается. Все, что было сломано. Геймпад с ума сходит. Ну-ка. Ну, для босса арена довольно-таки большая, значит, он будет огромный просто. В принципе, тут все драконы не маленькие. А тут, видимо, очень большой будет дракон. А руки как у человека. Две головы. Прикольно. Сейчас будем убивать. На гидру похоже. Надо будет, наверное, метеориты поставить.
Капля. Метеорида. Наверное, я сразу полечусь. Он сейчас появится, и времени на это не будет. Капля-то где? Только догоняю. Владыка драконов Пласиду Сакс. Так, ну цели не меняются. Давай мы его за спину зайдем. Понятно. На месте вообще не дает стоять. Походу. Ой, блин, да. Придется до него все время вот так вот мучительно долго бегать. Так, ну если у нас... Тогда тут комета Азура подойдет. Если у нас цели не меняются. Просто обычно как быстрее получалось драконов убивать. Там можно было менять цели там. И прям чтобы в голову ему прилетало. Метеориты в этом плане вроде неплохо выручали. Оп. Но теперь, по-моему... Ну попробуем, попробуем комета его бахнуть. Надо вообще определиться, с чего файт начинать. Блин, тут ни костра, ни этого, ни клина Марики, ничего нету. Это, конечно, печаль. Пропускай. Так. Оп. Ну и вот это сразу бахаем. Стоять. Все, ты готов? Пошли. Так, давай попробуем сейчас прямо сразу ему за спину зайти. Он не дает атаковать. Почему? Опа, ультанул-то как. Короче, он веселый, да? Мы его оглушили. О, двоечка как. Это еще какая-то ульта, да? А, он исчез вообще. Сейчас появится где-нибудь. Я думаю, что он как Радан будет. Ваншот. Так же, как Радан, он исчезает, потом летит вниз, ну, неизвестно с какой стороны. Только по идее вот эта вот атака. Хотя они тут все опасны стопудово. Так что. Ну, в общем и целом понятно, что капля, да этот как его. Капля, да, комета Азура.
Сейчас я попробую флягу, точнее не флягу, а колбу эту выпить чуть-чуть попозже, зайдя прямо ему за спину, потому что она дается на 15 секунд, я очень долго оббегаю. И действие этой капли, точнее действие фляги желтой, сразу разбивается практически. Так, где прыгать-то? Бля. Они что там, не могли вот серьезно клин этой Марики поставить? Ну хотя бы где-нибудь, ну рядом. Заныкать там, я не знаю, где-нибудь его. Это, в принципе, типичное добегание для босса для Dark Souls. Без геморроя никак. За редким исключением. Даже наоборот, и немного удивительно становится, когда ты до босса бежишь вот прям беспрепятственно вообще. Чтобы никак, ни одного моба не было. Чтобы вообще тишина была. Прям на краешке точно надо стоять, тогда ты попадаешь. В общем, аккуратненько. А тут уже можно побежать. Хотя нет, вот как раз подставная вот эта вот платформа, с которой можно грохнуться запросто вообще. Придется побегать, пока я так и не выучу этого босса. Так, призываем. Раз. Сразу же флягу на... Нет, лечимся. Флягу на готовность. Все, побежали в сторону. Вылезай, сколько нас... Биться будем. Вот примерно вот так я вставал. Надо успеть максимальное ему количество урона влить, пока он не исчез. Ну и все, ульта его пошла. А не знаю, давай свалим куда-нибудь вообще в другую часть локации. Давай, давай, давай. Угу. Надо определяться с направлением. Скорее всего. Как только ты его увидел, стоять на месте, как только ты его увидел, и то, что он на тебя летит, либо бежать, либо делать кувырок. То есть надо распознать, откуда он появляется для начала. Остальное пока все правильно. То есть просто с одного удара я ему сношу все здоровье. Ну, половину. Он на середине здоровья своего исчезает, делает ульту. Ну и в принципе, я думаю, то, что мы его тут же добиваем. Буквально он обойдется, ну, три фляги, я не знаю. Как-то так. Пока расчет такой.
прогресс. Прогресс прям для него, до него получается уже чуть-чуть побыстрее бежать. Так, давай. Вызываем. Каплю. Лечимся, хотя можно лечиться по-другому. С помощью манны. Экономить на флягах. Ладно. Пока не во флягах речь. Надо как-то научиться от ульты уходить. Тихо. Флягу я выпил. Я так понимаю, что он меня заметил. Странно, до этого предыдущие пару раз он не попадал мне. Ну, только красные молнии видишь, короче, надо с них валить, пацан. Ну и все останется только, ну считай, его сейчас завалить. Останется только два финальных босса, которые тоже непросты. За ними тоже придется побегать. Чудом, чудом получилось прыгнуть. Бежать до него долго, ну встаешь от. Так, давай. Призываем каплю. Сразу полечимся от манны. Комету. Это сюда. Короче, внимательно сейчас смотрим. Как подойти бы к нему более деликатно. Так, слушай. Не то. Блин. Но я уже выпил. И не попал. Тихо. Не обращай на меня внимания, вы там занимаетесь своими делами. О. Сторону. Он оглушен, да? И исчезает. Так, где появится? Вот. Он еще раз исчезает. Блин, прям во мне появился. Ты смотри какой. Наверное, зря, да, возле хвоста стою. Еда тучки. Блин, где он? Давай, догоняй.
Да ё-моё, ну. А можно и не исчезать все время? А, у меня капля подохла. Что-то я думал, кого-то не хватает, и он начал чем-то заниматься другим. Понятно. Короче, он сложнее гораздо, чем я думал. Я еще раз попробую с каплей, нет, тогда пробую вызвать Тихею, что делать. Тихею все-таки хп побольше. Черт, не знаю, правда, как у нас Тихея будет его дамажить. Но, по крайней мере, скорее всего, дракону будет сложнее его поймать. Не знаю, может сразу стихии начать. А, я посмотрю. Может быть, просто капле не повезло. И он нарвался на ульту. Хотя ему там оставалось-то добить чуть-чуть. Когда у него меньше половины здоровья, у него вторая фаза начинается. И он начинает беспределить вообще. Ну, типа исчезать, там вот эти вот штучки свои делать. С лазерами, там, из глаз. Пойдем. Друг идет такой вальяжный, как будто не хочется умирать ему. Давай. Все, отходим в сторонку. Я вот что думаю. Такое ощущение, то что электрические вот эти вот разряды появляются как-то по-другому. Нет, тихо. Ай-яй-яй. Не рандомно. Да, блин. Нет, похоже, они рандомно появляются. Сейчас попробуем максимально ему туда куда-то в хвост зайти. Но мы почти добили. Почти добили. Давай, 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 давай. Я смотрю, что на него метеориты менее эффективно используются. Другим драконам вроде как побольше они сносили. Наверное, потому что просто урон по башке прилетал.
Главное встать, короче, удачно. Не под красной молнией. Полетели к хвосту его. Вот прям за него. Да нет. Блин, ты не попадает все равно. Серьезно? Что-то он дурить начинает. Смотрим, как Тихий себя ведет. По идее, дракону Тихий сложно поймать будет. Но, скорее всего, Тихий будет вообще минимальный урон ему наносить. Кинжал, конечно, хорошо, но не для этого противника. Я не... еле-еле приземлился на краешек. Ну-ка, осмотреться, может... Нет, тут точно нету. Чё-то... Вообще никаких объектов нету. Ни омута призыва, ничего. Так, ну давай. Давай начнем с Тихии, попробуем. Тихия. Теперь попробуем близко к нему как-то не подходить. Ты идешь, не? Шли. Сейчас посмотрим, как его Тихия травит. Не достал. Ну, тоже дамажит. Тихий молодец в этом плане, конечно. О, как мы ему навалили-то, а? Ой, наваливает как. Ой, наваливает как. Ой, наваливает. А здоровье у него поднимается. Видимо, игра не совсем ожидала то, что я столько смогу нанести. Вон он. Не попал. Почти. Давай еще пей. Быстрее. Я не успел допить, блин. А там ему осталось-то. Ой, как хорошо-то получилось. Не, слушай. Он хоть и снес у Тихии половину, но мне осталось... Я просто не успел выпить флягу, и он бы умер просто. Я подох, кажется, от огня. Ну хорошо, хорошо, сейчас ему приложился прям от души. Только я вот эту фишку не понял, почему у него здоровье кусок прибавился. Вроде вампиризмом босс не страдает. Повторяю. Закрепляем результат.
Я, видимо, ему слишком сильно передамажил. И он чуть позже вышел во вторую фазу. Первый раз, главное, получилось вернуться, но потом он начал огнем своим швалять. Дистанция. Главное, дистанция. Главное четко встать на определенные места, и все будет бенч. Так, давайте Хея вызываем сразу же. Хея. Гага. И вот эта штука. Идешь? Ши. Вот примерно вот в этом круге более-менее получается. Так. Давай, вкепываем ему урона. Бам-бам-бам. Давай. Ах, ульта какая-то пошла лютая. Ну, он в шоке, по-моему, вообще. Давай, еще. Он сейчас исчезнет. Да? Опа-опа. Блин, а я ему навалил, кстати. Я ему успел нашпынять. Опа, он вообще не попал в меня. Давай, пей быстрее. Две секунды просто надо было прожить. Там его Тихея добивает. Короче, ключик-то к этому товарищу подобрали. Просто нужно сделать два вовремя у ворота и все. Ну и стать, естественно, ноги там поставить. Широкую на широкую. В принципе, можно даже как-то удрать, чуть-чуть подальше от него встать, его Тихея там остатки добьет. Но я ему прям очень сильно дамаг выливаю, главное встать правильно. Он аж не успевает во вторую фазу перейти. Причем пока он там взлетает между первой и второй фазой, еще можно ему напихать. Единственное, что ману надо тоже как-то вовремя бахнуть, чтобы он вообще не очухивался. Я думал, что Тихея себя будет как-то похуже вести, кстати. Он прям молочага. Давай, манна. Это сюда. Полетели. Вот эти вот молнии главное обойти. Блин.
Давай быстрей. Сейчас же свалит. Давай, где он? Не попал. Ай, бля. Ладно, лечимся. Его тихий отрванул. Где он? Все, вижу. Давай, тихие, добивай. Вот та какая-то, да? Блин. Ну что ж такое-то? Не поймать его прям во второй фазе. Ладно, сучка. Ну я удачно встал, я смотрю. Давай, 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 давай. Тихие, ну добей ты его чем-нибудь. Он подох? Подох. Нормально. А, воспоминания о владыке драконов. Хорошо. 280 тысяч, да. Сейчас мы еще и левел качнем до кучи. Но только что. Чё б такого-то? Давай мудрость, ну. Плюс один будет, ничего страшного. Все, по идее, да? Делать тут больше нечего. Все, идем на финального босса. Трон Элвы. Сейчас еще будем его учить. Он товарищ-то непростой. По крайней мере, первый я что-то попытался в предыдущем стриме. Попытался его полупить, он какой-то странный. Оставим пока все как есть. Посижу. На всякий вдруг сохранение не прошло. Так, Тихея у нас на готове. Да, попробуем с кометы Азура сразу же начать. Давай еще раз. Заставочку посмотрим. На этом стриме ее еще не было. Мужик какой-то распятый. А то палка в этом камне торчит. А может нет, это баба получается. Это не мужик. С такими титьками-то, а? Придется сначала поучить, а потом атаки учить второго. На втором проигрываешь, возвращаешься к первому. Так, по кругу. Финальная музыка, точнее музыка с титульного экрана. Только чуть-чуть по-другому изменена. А внутри него, я так понимаю, руны горят. Тихие. Опа, я ушел. А я что? А я ушел. Ну-ка, мужик, стой на месте. О, прилетело, прилетело. А это ваншот, да? Ну почти.
треснул он мне замечательно. Тихо. Да ёпта мать. Слушай, а он быстрый. Он вообще прям нон-стопом атакует. Ну, половинку мы ему сняли. Надеюсь, второй фазы не будет. Слушай, а ему тихее хорошенько навалил сейчас. Не знаю, посмотрим. Пока вот так вот все оставлю, надо просто плюс-минус понять, что он творит вообще. Ну, атакует. Я уже понял то, что атакует он нон-стопом. Вообще прессинг постоянный. Тупо бегать от него вокруг. Что-то как-то нет, не солидно. Все, пускай. Тихие. Сразу на скиллы я поставлю. Не попал. Это по мою душу атака. Он прям за ним гоняется, а? Бля. Когда он на него отвлечен. А он что-то заблочил. А нету Азура, он блочит. Какой странный молодой человек. Вот, а так ничего не блочит. Тихо, я заметил, что это по мне. Третий раз. О, как долбануло, хорошо. АФ. Не хилиться нечем. Да, он лютый. Вообще демон. Готов. Вторая фара. Там половина здоровья сшиб у Тихии. Посмотрим на босса второго. И у меня, кстати, фляг лечащих нет. Печалька. Но мы его сейчас насмотримся от этого товарища. Слизень вылез. Мега улитка. Еще и с топором, мечом. Ну, как обычно, фантазии хидетаки не занимать. В этом плане. Красиво-то как. Давай хоть мувсет посмотрим, что творить будет. Так, вот цели не перемещаются. Тихий уже молодец с самого начала ему. Четвертушечку-то сшиб. Ну-ка, я в догоночку вот так вот. Ага, понятно. У нас дружище ныряет, короче. Что за кольца? Это, я так понимаю, о! Понятно. Ух, ваншотик. Хорошие кольца.
По-моему, у него было меньше здоровья. Задолбали боссы хилиться, вот вообще последние, наверное, сколько там, 4, по-моему, босса, они себе вот здоровье постоянно восстанавливают. Чё за хрень? В общем, у этого слизня ульта, это вот эти кольца. Надо научиться от них уходить как-то. Ну еще к тому же вот этот челик бешеный. Он очень много здоровья отнимает. Ну-ка, да, оп. Чуть-чуть ему подъебну. Не попал. Не попал. Ляжечку. Так, ты тихее там моего не мочи. Не, я не попал. О, это он, кстати, в меня летел. Не угадал. А теперь угадал. Вставай быстрее, блядь. О. Попадаешься на вторую ульту, тебе хана. Он трижды бьет этим молотком. Не, я думал, капля тут будет гораздо меньше жить. Тихие самое то, по крайней мере, на первой фазе. Ну, этого понятно, у него ульта, вот этот тройной удар молотком. На один удар натыкаешься из трех. Лежишь, он тебя добивает просто. Печалька. Пропустить, да. Сначала у Тихии хорошо положит. Продолжаем. Оп. Давай. Раз. Попал. Второй будет? Второй. Ну, такие. Это обычные удары. Тихо. Ляга. Одна. Вторая. Ну, давай. Мужик, стой на месте. Не попасть, крысеныша. Вторая ульта. А нет, это не ульта. А че его не бил-то? Вот ульта. А нет. Это у меня летит. Я прям вижу. Короче, Тихия полбоя затащил почти. О, да, отвлекайся на него. Добиваем. Вторая фаза. Поэкономнее сейчас немножко. Да и Тихия побольше пожил. А, руны, а точнее не руны, кольца, вот эти вот расхождения, сейчас надо вот как-то учиться от них уходить. Пропускаем. Давай, чуть-чуть ему. Насколько это возможно. Лютый трындец, конечно. Да ё. Я даже не увидел, что меня сейчас ударило. Ну, половину сшибли, слушай. А сейчас у нас вот эти волны пойдут, да? Да. Кольца. Стой. Оп. Оп. Где он?
Главное чётенько делать. Я налетел не на ту атаку. А теперь я не достал. Сокращаем дистанцию. Блин. Он сам это неплохо делает. Да, он, короче, отхиливает сам себя, гаденыш. Такая падла. Ну-ка, иди сюда. Цыпа, цыпа, цыпа. Ах ты, сучара драная. Ультанул. Давай, ему пол здоровья-то уже снесли. Это тоже какая-то лютая хрень пошла. А, сейчас тихие у меня отъедет просто. Все, хана тихие. Кольца. Ай-яй-яй. Раз, два, три, ну. Это вам шок. У него здоровье прибавляется. Что за хрень опять? По-моему, меньше было. Боссы, блядь, с вампиризмом. Замечательно. Ну, тихие хорошо помогает, если. Слушай, а давай-ка мы попробуем с кометы начать. Поэкономнее будет в плане фляг. Хотя там этот дружище-то тоже прыгает в разные стороны. Тоже дистанция. Я так понимаю, оглушить его, да, не получится. Понятно. Больше кувырков. Максимальное количество. Ну, тихие даже, в принципе, ужало его может затащить. Мне главное на удары особо не нарываться. Чтобы побольше фляг оставить на следующего. А то ты как-то начинаешь с одной, с двумя флягами. Такое себе удовольствие. Давай еще раз с комет попробуем зайти. Хотя тут, конечно, все-таки эффективнее будет комета Азура. С метеоритов попробуем. Ну давай, пропустить. Пропускать можно только после белого экрана. Я понял. Так, раз, два, и он на меня пошел. До свидания, блядь, нет. Это ко мне летит. Да, чё? Ну, от этой подачи я пока что-то, я не знаю, как уходить. Тупо бежать. Но если ты метеориты кастуешь, все, ты уже, считай, попал. Тайминги, тайминги. А, еще раз, с метеоритом. Ого. Попикея
Начинает хорошо. А вот этого товарища атаки рандомные, я смотрю, идут. Вот, он на него внимание обратил. Как бы норм. Бах. Это по мне летит. Еще будет. А нет. Ну почти, почти он добивает, да. Если ты в одну атаку уворачиваешься, то во вторую тебе хуна. Да, по-моему, даже метеориты тут чуть-чуть повыгоднее будут. Чё, попробуй. Надо прям ключик подобрать такой. Эффективный. Чтобы вот, вот как с этим сейчас Пласидук Саксом или как он. Ну, в общем, с драконом этим. Там четкие отлаженные движения. О, косяк, косяк номер один. Косяк номер один, я выпал лишнюю флягу. Это он ко мне летит. Не попал. Опа. Хорошо-то как. Метеориты его не станет, по-моему. Хотя я не так уж много попадал ими. Посложнее будет, чем финальный босс первого Dark Souls и третьего. Шустрый, потому что. Так, и давай, текаем сразу. Бам. Бам. Когда бежишь, он тебя попасть не успевает. Плюс-минус. Все, блядь, он успевает. И тут без призыва вообще тяжеловато. По крайней мере для меня. О! Так шикарно. Эть? Давай, давай, давай. Ульта пошла. Добиваем. Я хер знает, как еще быстрее уворачиваться. Сейчас, секунду. Трам-па-пау. Трам-па-пау. Да, вернемся, как говорится, на исходный. Вернемся обратно к комете. С ней как-то у меня было побольше перспектив. Точно на метеориты переключился и все. И... понеслось.
Опа, а я вот только и ушел. Так пока я не знаю, но у меня получилось. Ай-яй-яй. Но я не видел. Вот как эта штука работает. Он бьет молотком. И на 5, по-моему, или на 4 расходятся линии. И если ты попал между ними, считай, тебе повезло. Попал на линию — ваншот. Скорее всего, от этого удара бегом нельзя просто уйти. Потому что он будет бить всегда. Ну, то есть эти линии будут перемещаться относительно твоего бега в сторону тебя. Яркости какие. Пропускаю. Но начало не очень. Мне не нравится, по крайней мере. Бля, он на тихие что-то наебошил сильно. Я хуй попал. Максимально, походу, рандомный товарищ. Да ты падла, что ли, блядь? Да, вообще. Бахнул я ему хорошо. Так, ульта пошла. Но у него, по-моему, все ульта. Вот тут Ирак. Ну, изначально трай был хреновенький. Изначально что-то как-то все вот не очень пошло. Но начинает всегда с разных ударов. По-моему, он и ульту ту же самую всегда рандомно применяет. Но кометой при полной шкале маны ему можно хорошенько напинать. Прям, ну, четвертушку добрую снять можно. Главное, чтобы он на тихие в этот момент был отвлечен. Все, и бежим. Бег не помогает. Давай так сначала. Без расходу еще есть. Ай, вот это было зря. По прямой тоже назад от него не отпрыгнуть. Хотя ладно. Здоровье пока... Да, бля. Странно. А чё это? Я на ульту не попал. Чё? Откуда я дамаг всё-то получил, я не понимаю. Он мне чем-то Микелу, она же Маление. А, Маление, да. Он чем-то Маление напоминает. Только магически. И атакует почаще, по-моему.
Такое ощущение, что вторая фаза чуть-чуть попроще. Вторая фаза, это по сути ты с драконом бьешься. Да, у него другие немножко атаки, но... Так-то у нас и драконы тоже шотающие были. Попал. Точнее, он-то попал. Все нормально. Да, твою мать. Не, при нем здоровье желательно полное держать. Ага. Ну, Кела, Тихея не попал. Ну-ка, давай, опа. Напинали чуть-чуть. Ну, это понятно. Сколько бы у меня хп не было, это был бы ваншот в любом случае. Ну, так, плюс-минус, что-то первая фаза. Получается. Я что-то не посмотрел, сколько он сейчас остался. Осталось у Тихеи здоровья. Ну, если он не атакует меня, то он атакует Тихею. Давай, заходим. И на второй фазе логичнее было бы встать вот на место, выпить фляжку и задамажить комета Азура. Оп, и не попал он вообще никуда. Блять, я тоже. Это ко мне летит, и это ко мне летит, и это ко мне летит. Во, и Тихий его траванул. Он погнал его месить. Я, наверное, не достану, да? Достал. Ульта пошла. Ай-яй-яй. Еще. Как-то в сторону. Давай, во. Блин, Тихий не попал. Так, пока он отвлекся. Давай. Я не попал. Потому что он, сука, решил взлететь. Да. Он портуется и постоянно тебя бьет. Круто. Финальный босс в Dark Souls, по-моему, самый легкий, это в первой части. Третий, там главное попасть на нужный рандом. Тут я пока еще этого товарища не раскусил, но он реально сложнее, по-моему. В третьей части я финального босса убил, по-моему, с четвертой попытки. Ну, может, с пятой от силы. А тут как-то что-то не очень хорошо все клеится. Так, он сейчас... Да, он по мою душу. Все. Его Тихий отвлек. Молодчага. Ну давай похилимся. Ну. Добивает. Ах ты, сука, рваная. А, это какая-то новая атака. Вот когда вот так вот он почти, только без вот этой ульты, когда он лупит, это какая-то новая тема у него пошла.
Я уже начинаю склоняться к призыву союзника. Давай еще помучаемся. На второй час, если 2 часа пройдет попыток. Если нет, тогда будем призывать. Сделаем этот стрим, по крайней мере, попытаемся сделать финальным. Сколько можно уже, да? Игра затянута. И без того. Давай. Опа. Блин. Он решил меня еще раз не бить. Тихее, ай-яй-яй. Тихее, ну что ты, лупи его как-нибудь. Он меня почти добил. Вот подмогнем товарищу. Ага. У него защитные какие-то там плюшечки пошли. Ульта. Сволочь. Но тут, по-моему, чисто надо учить, как вот эти линии расходятся. Не, ну это жесть. Куча ошибок просто. Ну так что-то, полфазы мы снимаем у него, но не более того. Все из-за ульты вот этой вот, когда он молотком летит на тебя. И, короче, не жилец. Давай, в сторону. Молния тоже неприятная атака. Я хер попал вообще. Давай, цыпа. Цыпа, цыпа, цыпа. Ну так, что-то сколотило ему. Это ульта пошла. Я не успею выпить, да? Да ты уебище. И он себе опять хп отхилил. А вот тут тырок, а какой. Чё за хрень вообще? Задолбали боссы хилиться. Не, ну он бешеный, это точно. Постоянно прессует. Отбежать недалеко. Он же всегда вроде выпускал по одной. Нет. Правила меняются. Походу у него в любом случае атаки рандомные вообще.
Будем надеяться на лучший исход, вот и все. Что вместо одной ульты использую другую ульту, откуда получится случайно уйти и потом хана ему. Но точно не надо брать прах ложной слезы, потому что он тогда во второй фазе кольца не вывезет. Если Тихея хоть как-то портуется, то прах слезы вообще никак. Но прилетела так. Давай еще одну. Что уж тут. Во. И третий удар сразу же. Вот как от этого уходить, я не знаю. Он всегда в тебя бьет. Чё присел-то, блин? Взял на карты, присел ни с того ни с сего. Так, ну этот удар по мне вот. Ох ты как! Лихо. У нас-то дружище, я смотрю, всех атакует. О, мне повезло. Давай. Подла какая. Еще опять ульта, ну серьезно. Сколько можно? Блять. Он ускоряется, походу. Он делает иногда две подряд атаки. Он какой-то бешеный вообще. Если у нас Микела была с одной ультой в этом, с этим шариком летала, то этого почти все тебя ультует. Стой, он же молниями бьет. Ну давай попробуем, да? Если что, вот этот поставим, да? Чуть поменьше мудрости будет, но там буквально на немного. Может быть, поменьше хоть отлетать-то буду. Хотя вряд ли. Это Dark Souls, то все боссы дамажат, ультуют и убивают тебя с одного удара. Не с одного, значит с двух.
Это ко мне. Это почти ко мне летело. Давай. Опа. Он не попал. О! Ай-яй-яй, чуть-чуть не добили, во, нормально. Слушай, ну... Более-менее что-то такое. Но это дело не в этом, не в медальоне, который я повесил. Текаем. Нырок херов. Если то, что летит вверх, обязательно пойдет вниз. Ах ты гнида какая. Ебать. По-моему, это какой-то новый удар. Сука, вот эти удары надо каждому учиться. От каждого уходить. Причем у обоих. То есть нужно выучить порядка 20 атак. Причем учиться так, чтобы ни одна не задамажила, желательно. Я не настолько фанатик Dark Souls. Там сразу, ну, понятно, начало мы выучим. Сучка какая. Телепорты пошли какие-то вообще. Я в него не попадаю много раз. А третьего не будет. Молнии он выпускает, если не по одной, то по две. И только. У меня мана кончилась. Почти. Ах ты, блядь. Он же на него смотрел. Ну как? Все равно тебя эта хрень дамажит. Ход. Походу две фазы, обе фазы одинаково сложные. Просто одна чуть-чуть помедленнее. А вторая чуть-чуть помедленнее просто проходит. Сейчас попробую желтую флягу сразу баху. Так, он отвлекся. Сразу же у него идет удар. И он замирает, типа. Ну так и надо. Вместе с лягой его дамажит.
сразу сходу. Напихиваем по максималочке и текаем куда-нибудь. Так, ну осталось, да? Кольца пошли. Но тут главное вовремя прыгнуть. Опять у него пол здоровья, ну ты блять. Чё за хрень? Она будет всегда с тобой летать, что ли, теперь? А, она минут через 20 все-таки взрывается. Зашибись. Замечательная атака. Ну, главное, короче, теперь, чтобы вот эти вот атаки вместе не совпали. Точнее, чтобы он не успел ей воспользоваться. Ну, допустим. Допустим, первую фазу мы сносим с помощью фляги. И то, при лучшем раскладе, конечно. Да-да-да, блин. Избавьте от этих заставочек, которые надо пропускать, да? Новое начало. А еще раз попробуем и перекур. Чуть попозже надо пить желтую флягу. Чуть-чуть попозже, отойдя немного в сторону. Давай, тихий, отвлекай, что ты? О. Я не попал. Он сбивает твою атаку. Но от этого я не знаю, как уйти. Ладно, давай перекур. Сейчас чуть полчаса попробуем, если не получится, будем как бы призывать чудо. We'll be right back.
Поехали дальше умирать. Я что-то подумал, может быть, есть резон на второй фазе флягу сначала использовать. Нет. Между ними большой промежуток, и ты как бы все успеваешь выпить. Ладно, давай первый, наверное. Первый пока посложнее. Все, он на него отвлекся. Кепываем одно, второе, третье. Дамажем. Люто дамажем. Я не выпил желтую флягу. Отлично. Где тихие? Ты что не атакуешь, что его? Он защиту поставил. Добивание, да? Да. Но мы почти его замочили. Вот, и он подох. Я не дожил буквально, ну, не знаю, секунд 5-7. Думаю, мочить его мечом каким-то метеоритами, наверное, вообще не получится. Только суровая комета. Потому что времени он не оставляет совсем. Давай, тихие, отвлекай. Не отвлек его, тихие. Наконец-то. Ай, блин, ну столько лишних фляг я просто ужрал. И не попал еще никуда. Не, хреновый трай. Это ульта. Печалька. Давай, как так, попробуй. Опыт тоже опыт. С небольшим опозданием, по-моему, надо прыгать. Его атаки. Точнее, от его атаки. Вот, а шапочка такая прикольная там была у фантома. Ну, чё не бьёшь-то? Понятно. Моя атака тоже сорвана, всё нормально. Хреновый трай. Ну и удачно ему получается задамажить где-то 1:8. Вот прям все совпало как надо.
я не успел выпить. Я уже видел анимацию, когда он подносит эту флягу, но, блин, секунды какие-то. Прикольные забеги вообще просто на полторы минуты получается. Ну, какой даже, меньше минуты, наверное, я возле него живу. Тут чисто кто кого. Главное, чтобы тихий отвлекал. Будет нормас. Что-то не получается еще раз такую фишку провернуть. Да, может быть, игра адаптируется к твоему поведению. То, что прокатило сначала, больше не прокатит. Ну, может быть, прокатит там с какой-нибудь определенной вероятностью. Но пока я делаю определенные те же самые движения, действия, он делает то же самое. Давай немного туда изменим алгоритм. Не то, жопу почесал. Ну, тихие однозначно призываем в самом начале. Я на него не отвлек. Ну, давай так. О, я даже видел, как у него здоровье прибавилось. Вот тут надо его дамажить. Я не попал. Эхе, ты его доломить не хочешь? Ультанер, ну. Да он же покойник, ну как? Хей, ну треснем ты по нему. Да, он здоровье поднимает себе. Ладно, он хотя бы сейчас сдохнул. Две фляги на второго босса, отлично вообще. Вставай, блядь. Начало неплохое, но я нарвался на этот желтый огонь. Стой. Thank you.
не в тему. Не дает ударить. Тихе, ну попади, ну чё ты? Ну, у меня сейчас этот желтая фляга закончится. Она закончилась уже. Просто серия ударов. Ульта пошла, и я подыхаю. Да, 1,5 минуты уже я живу. Больше мне не отведено на первой фазе. Замечательно вообще. Блин, ну ты хрен его знает. Пить в первой фазе или во второй фазе. Или между фазами. Давай попробуем сейчас без желтой фляги. Чтобы можно было хоть как-то атаку прервать. В основном комбо, блядь, лупит и все. Ублюдок. А если бы я сейчас не выпил, он бы меня добил. Пошла ульта опять, 508. Рано он не попал. Так, так. Стареет, что ли, старина? Эх, чуть-чуть. Есть, он подох. Так, и вот это сразу. Все, ну давай попробуем сейчас. Главное, чтобы он не слинял раньше времени. Чуть попозже надо. После вот этого огня надо пить как-то эту флягу. Хотя тогда там потом шансов еще меньше будет ее выпить. Он же там прячется, ныряет постоянно. Надо, чтобы он четко, твердо стоял на одном месте. Да. Убил атаку. Наконец-то Тихий его отвлек. Ага. Понятно. Ок, ты кастуешь эту комету Азура. Некоторые анимации нельзя прервать. Печалька.
Я думаю, все-таки без желтой фляги первую фазу можно пройти. Так даже чуть побыстрее будет, наверное. Тихие не отвлек. Блять, две фляги выжрал, ну. Отлично. По-моему, он посложнее Малении будет. Малении, Микела. Либо я что-то не понимаю. Ладно, еще 10 минут попробуем. Примерно плюс-минус 10 забега. Если нет, призываем кого-нибудь. Как говорится, I need your help. О. Теперь отвлек. Все. Ну куда еще? Фляга впустую ушла просто. Так, блин, нет. Поздно, поздно я, точнее, рано выбил. Придется другую анимацию отнимать. Все, валим. Типа того. Кольца сразу, да? Тихай, тихая. Где он? Че это за атака? Это мега взрыв вообще. А, ну давай. Я не достаю, блять. Не дают вторую фазу учить вообще никак. Но с первой уже почаще получается. Если боссы бы не хилились, было бы вообще замечательно. Посмотришь, вроде у тебя больше половины ему снес херак. Половина обратно нарисовалась. Прибавляет здоровье себе. Как нечестно, кстати. Я ж себе не прибавляю. Нормально, я себе тоже прибавляю. Поздно вызвал. Да. И он за это меня тут же наказал. Дважды. Вот, я опять увидел, как у него здоровье прибавилось. Что за хрень?
У него, блин, по пол шкалы, ну не по пол шкалы, по четверть шкалы где-то. Может быть, по одной пятой где-то так прибавляется. Как? Чё за хрень? Ладно, я понимаю то, что это и умоление было вампиризм, когда она тебя лупит, ты очевидно видишь то, что у нее здоровье растет. Потому что у нее вот эта вот красная гниль, которую она накладывала, это, эти эффекты во всех заклинаниях. У меня как бы тоже такое заклинание вампиризма есть. Это молитва, по-моему, с такими шипами красными. Но тут вообще какая-то, ну... Короче, дичь. Вовремя ты скрылся, а теперь не вовремя. Сучонок, ну да я так и знал, что он добьет. Он комбить начинает. Он буквально 5 ударов подряд наносит, вообще просто без окон. Я хер его знает, в какую сторону прыгать от него. Нага в пустую улетела. О, к нему надо прыгать. Сука, ты не очень-то экшовый чувак. Тебе так не кажется? Два удара почти подряд он сделал. Понятно. Все, пустырь. К нему. Блять, я взял, присел. Ну твою же мать. Вот, я сейчас опять увидел, как у нее здоровье поднялось. Че за поебень? Так нечестно. Ну, раз он нечестно, будем также нечестно действовать, будем призывать нас. Сейчас я еще пару раз попробую, нет так. Игра не запрещает пользоваться механиками призыва, так что... Так что. Блять, ну тихее, ну чё ты мозги-то делаешь? Я его не видел из-за луча. К нему. Сейчас тихее вовремя его отвлек.
странно, но я попал. Да твою мать. Быстрее вставай. У меня были шансы. Я просто не попал в тайминг. Он долго вставал. Да, последний забег, потом призываем более хиловых людей. Лишнюю флягу выжрал, но и не попал. Замечательно. Может, во второй хотя бы раз ты попадешь? Понятно, он все отразил вообще. Какой-то другой удар? Я вот не видел вроде. Он опять все отразил. Ему надо. О. Воюйте, воюйте. И не попал. Куча раз не попал. Печалька. Ну тут только если выучить первую фазу прям вообще на зубок, не попадаться ни на один его удар с хорошим рандомом. Тогда у меня может и получится. Ну и на другой фазе то же самое. Пока ты ее выучишь. Давай, кто там у нас есть? Аш. Давай, Аш. Без разницы. Здравствуйте, товарищ Аш. Вот так, взмахом рукой поприветствуем. Коллега. Шмотки Микелы. Может быть, каким-то другим скилловым оружием надо его выпить. Прям чтобы ему доставалось хорошо. Хотя нет, навряд ли. Что может быть у мага круче, чем посох Азура? Комет, точнее. Ну и что-то. Нет. Другого давайте. Мелина. Двуручник. Кто-то прям с двумя молотками на нее бегает. Оригинально. Ну нельзя призвать помощника. А вот что-то работает. Третьи попытки. Здрасте. Ну я смотрю, что он не в этот.
Я чуть не отъехал. Чувак чем-то там другим занимается, походу. Да. Союзник у меня просто на пизделях катается, я смотрю. В этом плане Тихий был лучше. Я чуть не подох. Союзник, короче, попался мне не очень. Ну, мы его запомним, призывать не будем. Валялся в основном. Валялся, но в один или два удара он как-то нанес там. Я что-то особо внимания не обратил, в основном я его дамажу. Бывает. Наверное, такой же чувак по скиллу, как и я. Так, ну хотя бы на финального босса можно призывать людей, которые помогают. Это двуручник, да, по-моему? Я не знаю, есть ли резон вообще с двуручными тут ребятами. Hey! Hey! Как-то надо все-таки, по-моему, этого босса по-другому немножко дамажить. Хотя, игра же по-любому тестировалась со всеми видами оружия. Почти. Две тысячи с удара снес. И я пятеру почти. Если бы я не умирал на каждом этом, каждые 5 секунд. У меня типа все шансы. Не попал. Чувак, ты не хочешь там что-нибудь сделать? Ну, это получше союзник, кстати сказать. Давай его еще раз попробуем. Давай, где ты? Вот этот. Вузик. Призвать положника нельзя, понятно. Клякса какая-то на башке тоже нельзя. О, можно призвать. Этого можно. Ждем. Видимо, фантом этих товарищей не сразу призывается, то есть надо какое-то время, чтобы игра там поняла то, что он проиграл, там и все такое. Хотя он, может быть, вообще на вторую даже фазу остался. Здорово, мужик. Пойдем молотком махать дальше. Я буду очень сильно дамажить босса. Еще
тот посильнее был. Ну вот и разница, да? Или я 1000 у него снимаю. Ой, точнее, или чувак 1000 снимает, или я у него по 4, по 3. Где урон? Челик, кстати, чуть не отъехал. Он добьет меня сейчас. Если бы не отхилился, я бы подох. Так, как чувак, интересно, его проходил-то? Я опять все фляги потратил. Вторая фаза. А мне биться уже нечем. Он по 1000 сносит такое. Зачем с таким оружием бегать, я не понимаю. Другой чел хотя бы по 2 сносит. И он исчезает. Вообще ништяк. Либо я должен на этой фазе с этим боссом, по крайней мере, страдать в одно лицо. Ну, в принципе, если побольше фляг и так далее, больше расходников, если остается, то можно и в жало затащить. Так. Главное, чтобы первую фазу быстрее сносить, потому что она задолбала что-то. Вот не солохи. Нельзя тут. Тоже нет. Клевые знаки призыва, конечно. Тоже, блин, с одним мечом. Ну серьезно, чуваки, ну зачем это? Вы лезете на этого босса с одним мечом, чтобы по 1000 ему сносить? Мне кажется, они даже игру, мне кажется, не прошли. Сейчас посмотрим, конечно, сколько он сносит. Здорово, здорово. Пока только попадался более-менее чел, который сшибал по 2. Если было бы 2 мага на поле, было бы, наверное, поинтереснее. Активнее, по крайней мере. Достал все равно. Союзник у нас непонятно чем занимается. О, 1000 тоже сносит. Серьезно? Или я, блин, 5 просто сшибаю у него. Есть разница? Не, ну если он будет его отвлекать, то как вариант, конечно. Этот босс в припляге обойдется. Так, ну чувак хотя бы его доджит.
я не попадаю. А, он да. Ай-яй-яй. Отмена операции, отмена операции. Так, хорошо. Замочили мы его. Сейчас посмотрим, останется ли союзник на вторую фазу. Да, он остался. Сучка. Чем он там его убьет? Тут надо его атаки тупо учить. Как-то он несерьезный, ему мечиком там по 700, по 1300. А этот босс довольно-таки жирный. Ну, как дракон, в принципе, почти то же самое. Но этот чел в шляпе хотя бы адекватно ориентируется в первой фазе. Степан Рудницкий, привет. Здорово, Степан. Давай его еще разок найдем. Да, вот это. Пойдем, Степан самурай, Рудницкий. Ковырять. Милена, жива? Нет, подохла. Малена, Микела, как я? Милена, по-моему, клинок Микела. Подохла, подохла. Два босса осталось. Вот этот и второй. Он меня задолбал. Первая фаза дикая и не дает вторую фазу учить. Проходишь, блин, 20-й раз. Даже с этим как он. Стихией. Давай, пропускай. Степан Фантом. Ну как сказать с фантомами? Вообще в целом ты спрашиваешь, вся игра с фантомами, но я пользуюсь фантомом. Потому что как бы магу без фантомов будет печально вообще. Ну плюс уровня моего скилла как бы. Я не попал. Вот гнида. Осталось-то ему, да? Добить. Блин, он не попал на атаку. Сучара. Давай, ему осталось-то чуть-чуть. Хорош. Лишнюю флягу выжил. Понятно. Степан Рубинсон. Я до сих пор Гайля не прошел. И Медира. Ну, Медира я, короче, не стал проходить, а Гаэли я тогда еще замочил. Соло замочил. Все, текаем, текаем, чувак. Все, нормально. А, я забыл, что это за атака. Плюс-минус. Блять, у меня две фляги осталось. Мама вернулся. Степан Рубинс. Я тоже хочу соло.
Гаэля мне получилось соло пройти, когда я щит хороший взял. Прям нормально. Бля, а чё я так удрал-то от них? Я думал, он залетает, чтобы этот... чтобы кольца свои бахнуть. Достану, не? Блядь. Еле-еле что-то как-то достал. По касательной, сука, ебучая. Кого-то надо, по-моему, другого призывать, потому что что-то у меня очень много фляг уходит на первую фазу, а на вторую ничего не остается. С одной флягой я с ним ничего не сделаю, с этим боссом. Чел там как-то бегает по чуть-чуть. Степан Рудницкий, я не люблю щиты. Ну, видишь, я привык с первого Dark Souls еще со щитами играть. Отсюда. Степан Рудницкий. Получилось. Ну, Гаэль он такой, да. Он бешеный, если у тебя какие-нибудь парные клинки. Он потому что постоянно тебя лупит. В этом его сложность. Он постоянно прессует. Катана Баклер. А че не две катаны? Нашел бы какую-нибудь прикольную. Степан Рудницкий. Катана Баклер. Нашел бы какую-нибудь прикольную катанку еще. Гаэль же у нас как физический персонаж, ну, в смысле, не магия, ничего. По идее, ему что-нибудь на кровоток поставить, может, прокатит. А с Медиром я вообще не знаю, как биться, он сумасшедший. Поприветствую призывника. Надеюсь, Артём побольше сносить будет. Я не знаю, зачем люди вот тут пооставляли знаки призыва, если они по тысяче этого персонажа сносят. У боссов на пару примерно, насколько я примерно так прикидываю, где-то 1050 здоровья на двоих. Ну, плюс-минус, десятка. То есть сколько раз нужно долбануть по первому боссу, потом по второму. Я хер знает, как они живут. Ну, тут, скорее всего, уровень скилла и все такое. Что ты там будешь призываться-то? Так, Эш. С чем у нас Эш бегает? У него... Так, у него есть посох, это хорошо. А, у него два посоха. Блин, он исчез. Сейчас с двумя катанами явно, наверное, не вариант. Так, попробуем. Этого чувака, наверное, не дождаться. С двумя посохами, я думаю, чувак бы хорошо пригодился. Здорово. Посмотрим, как он дамажит. Пошли воевать. Если он также по 1000 сносит, то мне не хватит тупо фляг. И потом бить его нечем. Либо какое-то оружие искать. 300. 800, полторы, 2. Новая атака какая-то. Пизда.
Ну, чувак дамажит вроде неплохо. Есть резон. Сейчас еще раз попробуем призвать его. Создание. Сколько всякой ненужной лабуды просто. Че? Все равно не пригодится. Больше. Будем таскать призывных ребят, пока что-нибудь, кого-нибудь хорошего не найдем, чтобы, чтобы мы с ним нормально спелись, так сказать. Кто? Сова. Ха, ну, допустим. У меня там какой-то шарик с дырками на башке. Может, еще двоих призвать? Здорово, ты что, со щитом одним, что ли, бегаешь? Hey! You're beautiful. Окей. Сейчас мы на троих вообще спишем, босс. Пойдем воевать. Втроем зайдем сразу. Че тут уж греха таить? Будет у нас самому. Ну-ка, ребят. А, он на меня какой-то баф повесил, слушай. Ну и здорово. О, ни хрена классная какая защита. Слушай, ну это замечательно. Чего у меня такой защиты нету? Сейчас слетела защита хваленая. Мне бы сейчас не отъехать раньше времени. Кто умер? А это он умер. Ок. Ну-ка, давай напихаем. Какие-то новые удары постоянно. Чё за босс? Да, ебал, то он прячется, то еще что-нибудь. Он не дает себе бить нормально. А. Я внесу свою лепту на пол здоровья ему. Я не успел. Пульс пошли. Я выжил. Окей. Где он вообще? Чуваку там досталось сильно. Он не дает себя дамажить. Блин, у меня две фляги всего. Что-то за стенка вообще. Я не врубаю атаки этого придурка, блин.
Он какой-то странный вообще, он не дает себе бить. Может, его метеоритами лучше? Вообще. То есть первого, наверное, все-таки кометой удобней, чтобы он поменьше жил. Второго давай попробуем сейчас метеоритами лупить. Давай, где товарищ наш? ЗХР. Давай, ЗХР. Это кто? К этому призывали, кстати. Hey! Здорово, здорово. Подождем второго. Попробую во второй фазе вот метеоритами прям лупить. Hey! Все, все готовы. Пошли колбасить эту мразь. Моего напихиваю просто. Ай-яй-яй, вот это вот печальная была история. Я промахнулся очень много раз. Задолбал он с этой атакой, ну сколько можно. Блин, они только его замочили. По-моему, он там кого-то добил. Я не увидел. Подвое буду вызывать. Не хватает мне навыков. Давай, кто там? Зеро. Пойдет. Зеро у нас с чем? Не видно. Hey! А, понятно. Зеро это который у нас лежал все время. Может быть, этот товарищ как-то по-другому себя будет вести. Наелся и спит, сидит. Нельзя прыгать. Спиралис. Спиралс. Тоже нельзя призвать. Как вообще в тряпках каких-то бегает? Я никого призвать-то не знаю.
О май год. О май год, признается. Что-то как-то жиденько, серьезно. Один вообще без щита. Ну, не знаю. Ай-яй-яй, не та. Вообще не то все делаю. Ближе. Так, у меня 5 фляжек. До меня там магия чья-то не долетела. Этот босс беспредельный. С картофа ты встай. Достану, не? Достаю. Хрена у него здоровье просто. Подох. 40 тысяч у него здоровья. Ну, плюс-минус. 50. 50 только у одного босса. И у второго. Воспоминания об Элдоне. Бог убит. Спасибо, ребят. Эх, я не успел поклониться. Так и дела. Финал Элден Ринга. Как моей душе валяется. Пусты. Так, ну и все, да? Так, костерок запалил. Коснуться разбитой Марики. Починить кольцо, пропенить целую руну принца смерти. Как это будет влиять? Смогу ли я все концовки посмотреть? Блин, ну скорее всего починить кольцо Элден — это основная концовка. Если я применил целую руну принца смерти, тогда я не увижу основную концовку, и я увижу только другую какую-то. Кольцо Элден чини. Основную посмотрим. А, так вот мы с ней в первой фазе и бились. Думаю, что за Марика сломана. Голову приладил. Окей.
Павшие листья поведали нам историю. О погасшей душе, ставшей повелителем Элдена. Это про меня говорится? Там, за туманом, у нас дома, в Междуземье. Наши потомки оглянутся назад и скажут: то была эпоха разлома. Шапочка не очень подходящая. Я брогатую одел. Ладно. Ну, как обычно, особо катсценами не жалуют. Хидетака Миядзаки и Джош Р.Р. Мартин. Понятно. Как обычно, особо от этими не жалуют катсценами, заставками после прохождения игры. Не могу ли я начать приключение 2? Если не начнете сейчас, то сможете начать приключение 2 позже, за столом утраченной благодати. В крепости круглого стола. Хорошо. Ну, то есть это НГ+. Давай не начинать сейчас. Старших близнецов можно купить новый товар. Хорошо. Изменилось. Много чего. Бабка высохла. Она спать легла, что ли? Бабуля. Кстати, я тут кучу боссов, когда убил, я же так и не посмотрел, какие оружия с них выпали. Так, хорошо. Вот это громовое копье Фортисакса. Ну, маги. А может и нет. Кожаная. А, рыжая коса великана. Длань миленни. Кстати, вот она прикольная. Священный копье Могвина нет. Меч Маргота, ну не факт. Богохульный клинок, возможно, прикольный, потому что я там вот видел призывного чувака с ним. Черный клинок Маликета, возможно, тоже неплох. Топор Голдфри, вряд ли. Каменный меч короля драконов, может быть. Молот Марики, и тут меч священной реликвии. Он от силы скалируется и от веры, от ловкости. Сила, ловкость. Веры до хрена. Ну тут все от силы, от ловкости. Ничего от мудрости вообще нет. От колдовства. Вот этот вот может быть плюс-минус. Ну тут силы надо много для Родана. Красные духи может быть прикольный, но не звезды бастарда. А это цеп дробящий. Чё? Вонзает. Ну, веры тоже. Веры очень много надо. Чтобы этими штучками пользоваться всеми. А старукам, короче, воспоминания самое бесполезное, по-моему. Снаряга. Да, можно, короче, шмотки маленькие купить. Шлем королевского рыцаря. Ну, тут добавилось, как бы, но вот они все плюс-минус. Доспехи-то вроде неплохие, но до них качаться надо, чтобы таскать хороший шмот. Но говорят то, что вещи Родана самые хорошие.
О, ты снова тут. Посмотри вокруг. Крепость круглого стола сожжена. От нее не осталось камня на камне. Но я тебя не виню. Не беспокойся. Я продолжу заниматься усилением духов, как и прежде. Поэтому мне нужна твоя помощь. Нужно говорить мастеру Хью уйти. Он прямо-таки прирос к этому месту. Оставшись здесь, он долго не проживет. Его цепи разбиты, теперь он свободен. Ему давно пора оставить круглый стол навсегда. Угу. Это тот, кто у нас на наковальне работал, кузнец, я так понимаю. Ну-ка, давай с Хью поговорим. Попробуем вот эти вот вещи сейчас все обижать. Потом попробуем еще вернуться туда, к дереву. Вдруг получится... Вдруг получится посмотреть еще одну концовку. Ну, мне кажется, нет. Кто ты? О, должно быть, я кузнец. Когда займемся кузнечным делом. А тебе давай. Ты не можешь рассказать мне, что произошло? Почему крепость круглого стола горит и вся в руинах? Почему эта девушка плачет обо мне? Я забыл что-то ужасно важно. Кто ты? Да. Странно, ну ладно. В принципе, вот с этими всеми воспоминаниями... Понятно. Ты здесь ради усиления духов? Что случилось с Ю? О, значит, это случилось не только со мной. Он и тебя забыл. Подумать только. Я так и знала, что старик Хью выгорит. Теперь, полагаю, мы сможем убедить его покинуть крепость круглого стола. Но, возможно, лучше этого не делать. Он решил остаться. Это его выбор, и нам следует его уважать. Я остаюсь с Хью. Я слишком многим ему обязана. И хочу, чтобы хоть как-то от тебя отплатить за добро. А ему отплатить. Прошу обрати власть над Хальцом. Хью всегда верил в тебя, в твое предназначение. Убей ее, оружием которого он выковал. Убей богиню Марику, что прокляла нас всех. Так уже убил, типа. Повторение мать учения, типа того. Кто ты? Ага. Я ему только могу все продавать. Странный диалог, конечно. Не, возможно, вот с этими всеми оружиями, которые выпали, какое-то из них прокачать на максималку, поднять себе силу и ловкость тоже, ну, где-нибудь до 90 пунктов. И если магию оставить так, как есть она у меня сейчас, ну, какой-нибудь шмот там купить хороший, то МГ плюс как бы будет тоже неплохо. И то. Так, Родокопа. Мрака. И Ландыша. Так, и что она нам дает? Шестой камень. Седьмой, восьмой. Девятый, короче, самый щит. Я понял. 7, 8, 9. Вот. Камень мрака можно до 9. Ландыш до 6. Понятно. Заметно повышает сопротивление святому урону у вас и союзников. Вот, по-моему, чем меня бафали. Позволяет отомстить после серии ударов. Ну, не знаю, а больше ничего такого не появилось. Понятно. Пойдем с этим дядькой поговорим еще. По-моему, тут больше в крепости-то и никого не было. Ага, и мужик исчез. Ну, надо думать, хата горит. Мужик удрал. Возможно, он где-то в этой же башне.
Там его точно нету. Тут никого. Давай-ка мы от кузнеца попробуем спуститься еще ниже. Ну тут точно никого. Да, с этой бабой мы уже квест решили, так что как бы тут и пусто. Че? Ну он не помнит ничего. И все, и хана, никого тут нет. Давай попробуем еще раз у дерева вернуться. Трон Элдена. Просто любопытно насчет второй концовки. Вот насчет печати смерти там и так далее. Что-то куда-то вставить можно. А и все, туда не пройти, да? Одноразовая штучка. Давай к столу. К столу вернемся. Ну еще. Мне сказали, типа, ты встал возле стола, можешь отдохнуть у стола утраченной благодати. Так. Ну, по идее, больше что делать-то нечего. Карта, кстати, в форме скрюченного пальца. Все. Я считаю, что все боссы пройдены, по крайней мере, сюжетные точно все. Может быть, я пропустил пару подземелий. Ну, там не пару, конечно. Там же есть еще куча секретных стен. Секретные мосты невидимые. Ну вот самая такая насыщенная локация, это вот первые две. Ну вот и поместье вулканов. Потом уже довольно-таки жиденько идет. Мало костров, большие пустые участки. Самая сложная локация, это вот это, я считаю. А здесь как-то все по-быстрому происходит, чик-чик вроде, ну проходится более-менее. Но вот это самая такая, самая сложная, дурацкая тема. Давай, что за приключение 2? Ну, начав новую игру 2, вы не сможете вернуться в мир игры 1. Ну, понятно. Давай посмотрим. Что же там будет по этим? Что мне с СНГ плюс перенесут? Вдруг я захочу начать. СНГ плюс. Вторую. Может быть, прокачать другие характеристики. Хотя, я не знаю. Это. Если это будет стоить по 200 тысяч, то там придется очень много фармить. Ну и, наверное, она чуть побыстрее пройдется.
пропускаем. Я понимаю, заставки будут те же. Так, ну типа все при мне. Всякие вот эти плюшечки и так далее. Давай хоть этому, да, первому боссу сразу отомстим. Чем бы его нашмалять-то? Да давай сразу, комета его долбанем. В общем, ничего по сути не меняется. Сейчас я до костра первого доберусь. Посмотрим, сколько левел один стоит поднять. Мне кажется, ценник будет тот же. Причем тут дважды бегаешь. Вот такие дела. Узорчатый меч. Но у меня такое уже есть. 12 тысяч за него дали. Ну тут все равно тебе придется сдохнуть, как ни крути. То же самое начало, все то же самое. Хотя что я ожидал? Это же НГ плюс, я же предупреждал, типа. Видели? Просто интересно, сколько стоит левел 1. Я думаю, что тоже сам. Ну и комнаты все становятся, естественно, запечатанными. Скоротать время, фляги. Почему нельзя? Может, повыше надо это сделать? Типа открыть, выйти в открытый мир тогда? А что-то этого челика не помню. Вот этого помню. О, да, погасшая душа, не так ли? Ну, бла-бла-бла. Почему нельзя уровень поднимать? Может, это потом? Вот, слушай, как карта, да, преобразилась. То есть у нас места благодати начинают заново вырисовываться. Но все вот эти вот здания остаются открытыми, как бы. Я просто никогда не играл в NG+, в других Dark Souls и так далее. На этом босса там все. Тоже падла вредный.
Иди-ка сюда, дружище. Это у него суперзащита. Ну точно. Ну да, ну да. Давай, замочим. Все равно делать нечего больше. И тихие заново. Да, кстати, вот тут очень сильно бесило, когда вот эти овцы у тебя начинаются. То, что цели меняются. Совет перепрыгивает на этого чувака. Что-то Тихий его не бьет вообще. Почему? Я помню, за него тогда полтинник дали. 16 тысяч. Сейчас, понятно. Золотая алебарда и все такое. Ага. Здесь круглый стол не активен, потому что надо по прямой туда дойти. Тогда после диалога, короче, и коня дадут, и все остальное. Кстати, а коня я могу уже призвать? Наряжение. Да? Ладно, игра думает то, что я это того самого побежал ее заново. Но это не так. Не знаю, может быть потом как-то в будущем я возьмусь ее проходить. Просто так. Возьмусь ее проходить за милишного персонажа. Потому что есть хорошие мечи. Есть там всякие воспоминания товарищей, ну, вот этих вот. Воспоминания чуваков, с которых можно хорошее оружие взять. Плюс молитвы какие-нибудь полезные. Веры, допустим, подкачать, почему бы нет. Самые такие вот, да, жизненную силу бы можно было бы вкачать. Ну, если за милишника играть. Просто силу. Стойкость, ну да, да, если хорошее оружие качать, то стойкость минимум 30-ник должна быть. Вера где-то до полтинника, чтобы хорошими заклинаниями пользоваться. Ловкость где-то до 50, то есть ловкость 50, сила 50, а то и больше желательно. Да, конечно, силы больше желательно, потому что много оружия скалируется от силы. Какие-то от силы и ловкости. В принципе, интеллектов вот за глаза хватает. О, больше точно качать не надо. Жизненную силу, ну, тоже где-то до 50 желательно бы поднять. А, вот, кстати, рун до следующего у этого уровня 256 тысяч. Так что, НГ плюс это... Дай бог, если повезет накопить... еще себе на 2-3 уровня. Ну, либо, не знаю, там, месяцами фармить, чтобы вкачать, короче говоря, полностью все себе статы.
желательно вот до 80 включать и жизненную силу, и стойкость, и просто силу и ловкость. Взять какую-нибудь хорошую пуху и уже не напрягаясь пройти НГ+. Но все равно придется там так или иначе магией воспользоваться. Потому что, ибо ничего тут местами не сделаешь, только магом. К мобам подобраться там и все такое. Игра в принципе тебя заставляет частично за мага играть, как бы ты этого не хотел. У тебя фантомы, у тебя призыв, у тебя какие-то там бывают враги, которые только магом. Хотя нет, наверное, и существуют. Ну, можно нормально милишников заточить. Ну а тогда, вот у меня игра заняла, сейчас скажу. За мага она у меня заняла 163 часа, из этого, ну, часов, наверное, 20 я фармил. Знал бы другой, как бы, точку фарма, я бы потратил на это чуть поменьше времени. Вот. То есть, ну, примерно 140 часов, короче. 130-150, вот, ну, в целом, если взять, 130-150 часов, короче, игра проходится. Она очень затянута. Но она большая, это сделано для фаната. Понятно. Огромная карта, огромные локации. С кучей-кучей большой секретов. То есть... Ну, если взять по материкам, то, наверное, вот этот вот материк, это, допустим, один Dark Souls. К примеру, первый. Вот это вот, ну, или... Кому как удобно. Вот этот вот материк с тремя локациями. Это вторая часть игры. Ну, мелкие я не буду брать. Ну, чисто по продолжительности. Каждая у меня часть Dark Souls занимала, ну, в среднем около 70 часов. То есть делим на две части. Ну да, так и получается то, что если более-менее плюс-минус все открывать, исследовать всех боссов, проходить, которые попадаются на пути, не скипывать никого, тогда да, это две полноценные игры в одной. По количеству локаций, по длине, объему и так далее. Но единственное, что квесты, ну, как обычно, в принципе, фромов, квесты очень такие не очевидны. Иногда не знаешь точно, куда тебе идти, просто случайно встречаешь NPC. Помню, там, с бабой-то, которая вот ожерелье вот здесь вот потеряла. Потом у креветочника надо выкупить это ожерелье, отнести ей. Потом ты встречаешь ее вот здесь на плато, в этой точке. Ты ее встречаешь, вообще практически случайно я ее нашел. И она тебя только в вулканово поместье отправляет. Чтобы продолжить этот квест, короче. Ну, вообще, в целом, в это вулканово поместье довольно-таки сложно попасть. Только вот через нее, по-моему, можно это сделать. Дальше это как-то все не очень удобно, короче говоря. Вот эта вот локация довольно-таки пустая была. Здесь боссов много. Прям они друг за другом чуть ли идут, как бы. Кстати, да, повторных боссов много. Боссы часто повторяются. Не стали париться. Ctrl-V местами, Ctrl-C. Иногда врагов местами очень много. Прям пучкуются бандой. Надо экономно расходовать фляги там. Ну, если ты за мага. Если не за мага, то игра будет дольше проходиться, если ты за милишника. Если у тебя один, там, два меча, неважно. Щит и меч. Большой двуручный меч. Будешь долго мудиться с каждым боссом. Хотя, может быть, и уровень, вот смотря какой скилл, конечно, у тебя, насколько ты классно играешь в подобные игры. Я думаю, может быть, кому-то это вообще, как бы, она показалась легкой игрой. Но то, что она объемная, все согласны, я думаю, будут. То, что она просто огромная. Вот как-то так. Не, мне игра понравилась. Она, как бы, это хорошая часть, продолжение хорошее. Dark Souls, не назову ее как-то отдельной игрой, потому что локации, поведение боссов, поведение мобов, все как в Dark Souls. Даже оружие очень похожее. И отсылки тоже на Dark Souls есть.
на другие игры есть отсылки. Даже на некоторые аниме есть отсылки, там типа Берсерка. По мне так она, в принципе, такая же сложная, как и первая и третья часть, то, что я прошел Dark Souls. Такая же по сложности. Непроста, короче говоря, не казуальная игра. Не каждый сможет прям ее затащить. Поэтому я и переделался в мага. Начал-то рыцарем. Переделался в мага. Потому что так чуть-чуть побыстрее у меня время. Я бы 300, часов 300, я думаю. Если бы за чисто мечами пользовался, я бы часов 300, наверное, на нее угрохал. А если, допустим, и без фантомов еще, как проходят люди, и без помощников онлайна, я не знаю вообще, получилось бы у меня ее пройти или нет, сомневаюсь. Потому что такой уровень скилла. Есть игры, которые тебе даются, а которые нет. Так что как-то так. Ладно, будем на этом заканчивать. Это уже финал. 19 стримов прошло по Elden Ring. Но я игру фактически закончил. Это уже игра плюс. Хорошее было испытание. Хорошее было приключение. Было где погореть, конечно, жопой. Как следует. Так что вот. Ладно, будем заканчивать на этом стрим. Всем спасибо за поддержку, за просмотр. И если понравилось, ставь лайк. Подписывайся на канал. Ну и комментик, если хочется, поставь. Да,